Земля от света повернет во тьму. Да, пойдем по порядку. Смотрите. Ольга Малицкая. Добрый вечер, Олег Васильевич. Соболезную вам в связи с кончиной вашего друга Бориса Ильича. Ему должно быть сейчас хорошо в лучшем мире. В память о нем растет у меня его черешенка. Хотел еще абрикоса Бодлера и Петра Ильича попросить, но не нашла в каталоге. Если еще остались, можно хоть по паре косточек заказать. Отвечаю на этот вопрос как могу. То есть, хорошо, что у вас черешенка растет. Вы опоздали, были косточки у меня и абрикос свободный. Но их просто нет ни одного. Петр Великий у меня сейчас прекрасная двухлетняя прививка, которая должна дать плоды. Ну, я потом покажу, какие. Вот. Нет, небольшие. Большие это большие, огромные. Так. Но это уже в виде черенка. И, то есть у меня, я себе абрикосу бедра и косточек Петра Великого не оставил. Мне некуда садить. У нас же в стране нет земли для нас. Ни для Боднера, 400-точника, ни для меня. Начинал с 10 соток. Вот. Получается, что я на ваш вопрос отвечаю отрицательно. Что случится через год? Посмотрим. Рассказываю внучке рассказываю о внучке и своим детям. И о Байкалове. Смотрите, какой развитый человек. И о Казьмине. Восточно-сибирский абрикос и вишня Казьмина у нас растут. А с вами Боднером, Латинковым, Бродским моя семья и друзья заочно знакомы. И по сайтам, статьям, видео, по книгам, по именным деревьям в саду. Фаину с внучкой вдвоем сажали. Это ее деревце. Ухаживает, за тлей следит. Мне сигналит. По идее, не должно быть лишь, что-то там у вас не то. А еще растут кордюмовы, амуры, подарок Железову, медовый Латинкову, поздний Филиппева, поздний пианиста. Это все мои термины. Маленькие сыновья и внуки патриарха. Уже внуки, видите, мать Орочей. Из вашего сада хотим попросить косточек, так? Вот. И даже семечки груши нарядные Ефимова. Ну, теперь, после того, когда я показал этот стол, на котором лежали плоды, выращенные из семенных деревьев и семечек, теперь я понимаю, это и груши, и много чего еще, и яблони, и все, что у меня хранится отдельно, потом покажу фотографию, все-таки вы начнете брать, потому что чудеса никто не отменял. Вот, черенков Серафим. Черенки Серафима у меня еще есть. Рыжий есть, бай есть, королевский, персик хасанский есть. Заилийская нарезала у меня с чернобаев. Колден Делишес, у меня уже дерево все обчикано, нарезала у меня чернобаев. Но это все мое. У нас и подвой одинаковые, и сорта одинаковые, все это с моего сада. Сувенир Востока веточка не будет, потому что это, я несколько деревьев, они фактически гибнут только из-за того, что вот. Я прошу прощения. Алло, я провожу вебинар, как всегда, в понедельник. Ну, если тихонечко. Давай. Так. Продолжим. Продолжим. Сувенир Востока, они у меня... Я столько резал. Это были не деревья, это были сказочные деревья. Помните мои семинары, они сняты в виде фильмов. И я когда сам смотрю, вот сейчас иногда эти, я смотрю на эти первые деревья, сувениры молодые, с плодами 50-80 грамм и больше, чем на облепихе этих, то я сам не верю иногда. Они дохнут. Перестарался, нужны были черенки. Ну, как обычно. Так, поэтому я ответил на вопрос, сувенира не будет. Вот, пойдем дальше. Вот это вот бай. Мой бай уже продан. Сейчас, вчера мне нарезал 20 черенков бая. Я специально, я раскручу нас, почему. Это все в пику науки. Вроде бы и мы и коммерсанты,
Ведь я же эти 20 черенков бая, что срезал мне Чернобаев, я же вам продам. Мне садить-то некуда. Его бай, еще несколько сортов. Деревья моложе моих. Просто моложе. Мой уже предпенсионный возраст. Вот, смотрите, любуйтесь. Вот он, бай. Ну как? А, господа ученые. Я все думаю, это, почему вы не хотите этим заниматься? Я понимаю, все, нищета. То есть нет, не так. Я ответил на этот вопрос. Вот почему. Нищета. И, вот, и унижение от науки.